Нарядить новогоднюю елку в стиле универсиады можно уже в этом году. Бирюсинок начала выпуск официальных подарочных шаров с Юлайкой. Сувениры пользуются большим спросом и популярны не только у красноярцев. Подробности у Дениса Денисова. В России практически не осталось мест, где елочная игрушка делается столь традиционным способом. Стекло выдувается человеком, никаких станков или трафаретов. Все делается вручную. Даже рисунки, хоть и кажутся одинаковыми на похожих моделях, но каждый уникален. За всеми игрушками кроется труд художника. Более аутентичный сибирский подарок для друзей из других городов придумать сложно. Продукция бирюсинки считается народным промыслом высокого художественного достоинства. Статус получен в 2004 году. И с тех пор красноярские елочные игрушки стоят в одном ряду с гжелью или, например, хохломой. Неудивительно, что именно «Бирюсинка» стала одной из первых компаний, которые доверили выпуск лицензионной продукции «Универсиады». Уникальный стеклянный шар с изображением талисмана «Юлайки» делается в той же технике, что и традиционная сибирская игрушка. Лакомый коллекционный экземпляр для фанатов спортивной атрибутики. К тому же у «Бирюсинки» есть опыт в производстве столь знаковых продуктов. Принимали участие в Олимпиаде 1980 года. Мы тоже были лицензиатами, изготавливали мишку олимпийского. В 1982 году в Красноярске была спартакиада, мы делали соболька кешу. И сейчас нам это очень почетно, мы расширим рынок. Это тоже очень хорошо. Право выпускать официальные сувениры фабрика получила еще летом. И будет далеко не последней. Дирекция универсиады сейчас активно ищет компании, которые могут создать нечто уникальное и при этом узнаваемое. Конечно же, на основе конкурса. Это поможет привлечь в организацию зимней универсиады дополнительные средства, не привлекая бюджет. Универсиада должна продвигать красноярские бренды и бренды, которые есть у нас в Сибири. Поэтому мы, в первую очередь, и как раз обращались к компаниям, которые имеют такую истинную красноярскую историю. И у нас была идея запустить эту лицензионную продукцию до конца года. Уже сейчас шары с Юлайкой не залеживаются на прилавках. Купить их сейчас можно в магазине самой фабрики. А в ближайшее время дирекция студенческих игр откроет интернет-магазин, где представят всю линейку универсиадских сувениров. Денис Денисов, Валерий Чащин, 7 канал.